Приветствую всех, кто смотрит этот код. Это Сёгун 2 Total War. Мори, легендарный уровень сложности, война со всеми с первого хода. На меня напала фракция Хатана. Первый раз я с ними воюю. У них легкая кавалерия. Правда, вот неприятный раз, два, три, четыре, пять лучников, самураев. Все остальное мусор. У меня довольно высокий замок, поэтому не думаю, что будут большие проблемы. Я думаю, совсем проблем не будет. Единственное, что это мой самый нелюбимый тип замков. Это именно вот этот. Он капец какой неудобный, особенно когда лучников столько нападает. Так, давай-ка я... А, ну у меня есть самурайки, конечно. Это нам поможет. Но все равно это капец как неприятная... Неприятная хрень. Очень узенький такой... Замок. О, побегать что ли? Тут как бы места не дофига. Ладно, сейчас расставлюсь. Не. Не буду я бегать, давай-ка посмотрим. Туман еще дебильный, но это, наверное, мне на руку скорее, чем им. А враги где? Вообще не видать. Тумане-то. Ни хрена. Видишь, не помогает эта хрень. В итоге приходится в бинокль все рассматривать. Так, легкая кавалерия. Вот я нажимаю. А, о, подсвечивает. Ага. Так, о, и с этой стороны я вижу много народу. Вот они, самурайки. С луками. Так, только здесь идут или еще где-то, блин? Долбанный туман. Как там, сиреневый туман? А дальше я не знаю. Ну, вроде бы с этой стороны. А, вот еще. Вот еще самурайки с луками. Ок. Понял, принял. Убегаем. Вы как, наверх побежите? Ладно, тогда я этих вот сюда поставлю. А этих обратно сюда. С этой стороны никого не идет. Я буду эту вышку здесь защищать. Так, это обычные сигарки с луками. Давай-ка вот этих вот, которых не жалко, я здесь поставлю. А эти сюда пойдут, наоборот. Кибатай, кибатай. Конечно, надо площадь будет защищать так-то, но... Пока что встанем так. Ну, примерно так. Всё. Прикольно, здесь гарнизонные сигару. Ой, гарнизонные самурайки, видите, с улучшенной атакой, с улучшенной броней. Ой, по мне тоже летит какое-то говно. А куда оно летит? А-а-а. Если никто не достает, это хорошо. А тут? Тут достают. Кстати, можно, наверное, отряд лучников. Вот этот. Закинуть сюда. Они уже ползут или еще нет? Враг захватил башню! Ох-хо-хо, Машуля. Так, башню. Тоже дерется. Ага.
Бегом, ёпта. Занимаем позицию. Бля, кто там настреливает на меня? Вот скотина. Пойдем зачаржим это говно. Пидор. Мог Сидор не друзей, ну. Так, вот, с этой стороны никто не выйдет. Сейчас я здесь построюсь и вот в эту херню въеду, которая здесь охренела вообще. Давай! О! Гарнизонных лучников у меня попоцали, но это как бы нормально, потому что я... Они легко восстановятся. Давай лучше сюда. Потому что я чувствую, здесь помощь нужна. А, я наверх лезу, сука. Тогда мы тоже наверх. Никто здесь не остался? Нет, это тоже наверх лезет. Окей. Так, ну-ка пошли одним отрядиком сюда. А одним сюда. Куда можно засадить? Давай сюда. Довольно сильные ребята вот эти вот. Они без стены копий могут перерубить моих осигаров. А со стеной нет. Фейл. Черт, ну как-то херня не загорается. О, есть. Здесь мы всех зажали, да? Да. А, рубка, рубка, рубка. Чё стоите? Вас тут рубят. Вы в курсе? Очень хорошо, что есть эти ребята. У меня есть. Как раз их подлучников завел, да? Такой маневр, типа все так и задумано было. Что я здесь забыл стену. Стену копий включить, отступил и подлучников как раз завел этих ребят. Ок. Кто по мне стреляет опять? Вовремя.
Легкая кавалерия пошла, да? И тут легкая кавалерия. Так. Да, у них, кстати, много было легкой кавалерии так-то. Сейчас, может, даже мой начальнику придется ему подраться. Да они его игнорируют, они бегут на лучников. Вообще неприкаянные, ну. Господин, близок час вашей славной победы! Так кто бы сомневался. Ну-ка, кто там лучников моих бьет? А, ладно, встретимся на глобале. Ну, короче, не знаю. Изи-пизи, лемон-чизи. Единственное, что туман подбешивает, а так нормально. И сейчас еще, наверное, поднимем опыта. Даже ночную атаку делать не буду просто. Потому что разбегутся. Минус 4. Ладно, давай пока вернусь. Мне нужно поднять налог, потому что заработать 6 кусков. Вот. Будзени я сделал. И здесь такая вот тусня, да? Мне это интересно, если я сейчас грохну даймё вот здесь. А, тут наследника надо грохнуть. Даймё не надо. Уничтожить наследника. Давай, вот я люблю мультики смотреть, как ниндзя пробирается не в лагерь, а именно в дом. Сейчас прыгает, а там такие толпа сидит, да? Нет, нормально. Ну это захалявили, блин. Сам прикольный мультик, там, там всю охрану убивает ниндзюка. Срок 3%, кстати. Очень большая вероятность, что он сейчас не выпьет это саке, скажет вонючкой. Говной воняет, не буду пить. Да. Нет? Нет. Не удалось, к сожалению. Ну ладно. Так. У меня здесь куча сигару. У меня есть 2 сахея. В принципе, эти сахеи, ну, они вынесут, конечно, очень много пехоты. Здесь у нас форт обычный. То есть там еще замковый самурай. Дала. Держим, короче, этого пидорга. Так, Монашелла идет туда, к юге. Вот, и я подумал, знаете что? Что здесь что-то у меня не получается с этой фигней. Давайте я буду лучше вот так вот делать. Так, версия город замка, наверное. Подожди, сначала, короче. Вот, и я пойду за ним. Почему за ним? Потому что... Потому что я хочу забрать Осуми. Вот так вот. Я заберу Осуми, а потом из Осуми буду Сацуму атаковать. Такая идея. У меня. Сейчас я могу, в принципе, эту кавалерию забрать. Если проатакую этим даймё. Но я переживаю, что эта дрянь себе выскочит сразу тогда. Ладно, пускай она, конечно, выскакивает. Я буду все равно диверсию ворот замка делать, чтобы они не нанимались. Вот, захвачу тогда Асуми. И все равно убрать надо. А потом Сацуму уже. Такой план. Здесь я сейчас буду воевать. Забирать замок. Вот. Так, тут... Когда у меня Сининда будет? Через 11 ходов. Не скоро еще. Нужны мне сахеи еще. Не особо, на самом деле. Ну, туда можно отправить сахеев.
Я просто хочу уже построить здесь мастера по лукам и уже делать там убер армию. К тому моменту, когда у меня... Блядь, это очень долго на самом деле. 1559 год уже. Здесь все ровненько. Здесь тоже более-менее. Так, а здесь, знаете, что хотел сделать? Я здесь, помню, хотел школу мечников сделать. И торговый порт. И что-то еще. И бегите в жопу, блин. Давай посмотрим сначала по деньгам, может, что-нибудь. Да, мне дофига чего есть по деньгам. Вот обычная почва. Бедная. Тут замки как бы надо ставить. Форт. Потому что эти бинго вот это вот. Сюда если высадятся какие-нибудь бомжи, мне потом хрен как выскочить. Все, короче, не слава богу. Так, какая почва? Бедная. Бедная. Обычная, где она? Вот она, отлично. Значит, вот ее ставим. Это первая. Твердыню. Все, 300 монет, как бы все. Больше ничего нет. Больше ничего нет. Угу. Ок, давай атаковать. Сейчас, может быть, деньги еще появятся. Один отряд лучников, говоришь, да? Тут, понятно, никакого развертывания. Потому что надо ждать подкрепу. Лучник стоит напротив военачальника, но он перебегает, да? Потому что у меня отсюда подошли войска. Значит, ой, у меня же еще этот лучник есть, точно. Значит, все войска я ставлю здесь. А лучники к военачальнику идут. Так, ну у меня нету... у врага, точнее, нету никаких... этих... сигарок, поэтому стреляем пофиг, по пехоте, короче, в первую очередь. Так. Ну что, неплохо. Ну, в общем-то, я вырезать буду. Тут ничего интересного. Расстреливаем весь боезапас. Так, ну вот, все. Все боеприпасы расстреляны. Полоска очень сильно сместилась в мою сторону. Так, что я буду тут делать? Наверное, буду армию делить пополам. Три отряда отсюда, три отряда отсюда. Они все равно никак лучников своих не разделят. У них только один отряд лучников только и все. А, тут я сожгу, пожалуй, ворота. Все равно буду грабить, скорее всего. Есть. Теперь отдыхаю, жду, пока они станут бодрыми опять. Вот так расставлю. Ну и хватит, наверное. Забегаем. Где же тормоза? Давай, давай. Камон. Полезли. Хотя бы один отряд, чтобы встал в стену копий, и все. Их, в принципе, немного осталось, всех самураек, но они неприятные. Вообще. Такую дрянь можно мне сейчас собраться.
незначительно уступает. Воодушевлены способностью военачальника. А как же недолго залазит, капец. О! Чуть-чуть осталось, да? Ну, потому что здесь все равно не протиснуться. Поэтому приходится карабкаться. Пару человек потерял. Куда деваться? Ну? О, все есть. Здесь долго очень ковыряю. Их тылы атаковать бесполезно, потому что они все на нее бегут. Наш полководец в опасности, мой господин! Пидор, а? И захватываю тогда площадь. Все? Да. Ну что ж, неплохо. 265 человек сойдет. Да ладно. Нет, тут грабить, конечно, нечего. Я выдающийся теперь. Тут грабить, конечно, нечего. Более того... Меню нафиг, налог вообще. Это починю, это сносим. Квартал иноземцев, да? Нифига себе. Обращение в христианство 5,5. Фью. Давай, квартал иноземцев это слишком. Я еще готов построить там наземный торговый порт. Квартал иноземцев это отказать. Это просто отказать. Так, и мне нужен монах. Где он? Это я понял. А, блин, конечно. Обратно пойдешь, короче, потому что здесь жесть. Да. Здесь, наверное, сразу храм придется строить. Так. Хатана, война. 400 рублей стоит это. Давай потренируемся. Баки сидит у меня, Ниндзюка смотрит, да? Блин, опять ты, сука, как ты задрал. Так, я здесь тоже замок строю, но... Естественно, он не успеет. Ниндзюка тоже не успевает. Ну, у меня здесь есть, как бы, армия, так что... Все будет хорошо. Занятые последние слова, раз, два, три, четыре, пять. Главное, начальника, все будет нормально. Еще у меня Ниндзюка есть какой-то. А, вот же он. Уничтожить. Ну, хоть так. Так, это раз, это два.
Не уверен я, что это лучше, конечно, прокачка такая. Но пусть будет. Налоги, да, я на максимум поставил специально. И один из ходов у меня будет Сюнинда. Поехали. Ходзю приплыл. Здоров. О, кстати, он меня атакует. Интересно. И подмога идет сзади. Три коняшки. Ну, бла-бла-бла. Окей. Мухтар. Вперед. Так, это, наверное, едва ли не первая битва оборонительная. Вот, здесь вот просто холм, просто шикарный. Они здесь никак не заберутся. Я могу здесь вот встать. Вообще. Просто шикарнейшим образом. Вот здесь-то они никак не зайдут, просто никак. Хотя вот здесь, может быть, затекут. Кстати говоря. А ну. Да, да, могут. Вот здесь, здесь не могут, видите, я могу этими пиратами своими проверить, да? Хм. Интересно. Так, интересно. Ну-ка, давай какого-нибудь самого бомжа вот так вот возьмем, поставим здесь просто. Оп. Так. Оп. Оп. На самом холме от этого типа. Они, конечно, меня будут обступать, скорее всего. Плюс вот здесь, наверное, можно зайти. Слушай, а какое-нибудь место другого нет, интересно? Тут что-то я так расхвалил этот холм. Может, что-то получше есть? Пока не видать. Ладно, сейчас придумаю, как встать. Короче, идиотская такая расстановка. Смотрите на мини-карту, как у меня получилось. Черти что. В общем, вот этих ребят я поставил сзади. Ну, просто чтобы конница случайно не напоролась на них. Вот тут у меня абсолютно неуязвимое место. Получается, они будут обтекать этот холм по краю. Здесь вот есть маленькая дырка. Я ее закрыл. Плюс здесь лучники. Почему здесь? Ну, потому что это ближе к центру. Как бы здесь им надо будет обходить больше. И вряд ли здесь лучники пойдут именно вот тут. К тому же здесь какая-то вот, ну, переправа непонятная, где такое место. Как бы, если что, я лучниками перед... Хотя не знаю, короче. Полководца я вот здесь поставлю. Причем, конечно же, я его боевую решимость бахну. Давай, смотрим. Полководца видно отсюда. А у меня стоит. Я думаю, что все сюда пойдут, прямо на лучников. О, только сказал, да? Легкая кава уже бежит. Эта херня может сейчас отбежать, кстати говоря, вообще неприятно. Дай-ка вот так шагом. Аккуратненько подойду. Где они там? А-а-а. Моксидор, нет друзей. Я даже огненный пока не включаю. Хотя можно. Нет, нельзя. Позже включу, когда воодушевление будет готово. Что, тебе больше некуда идти? Ты не знаешь, как ходить, и ты решил на стену копий? Наши скрытые отряды обнаружены, мой господин! Да, есть такое. И здесь тоже попались, да? Херли, я все проходы закрыл, я в лесу стою, они меня не видят. Что у них там еще? Самурай Симазу с катанами, самурай Сьяри. Это, наверное, подмога пришла, та, которая была вся в коняшках. У них, по идее, 5 коней должно быть. 3 в подмоге. Или 2, или 2 в подмоге. И еще 2 из замка вышли. Эти уже разрозненные. Ок. Сигару с луками, по-моему, у них один отряд был всего. Ок, Сидор, нет друзей. Сигару с луками. Да, 2 отряда у них, к сожалению. Ничего.
Я вытерплю. Я сюда специально лошару самую поставил. Без опыта. И боевую решимость, чтобы скорострельность повысить и все остальное. Такая кавалерия непоколебима. К тому же они, видите, отдельно стоят этот. Стоит не под лучниками. Кстати, этих я могу подвинуть на самом деле. Ребят, чтобы они нормально постреляли, да? Ой, их коней разогнали, сука. Ну, вот так поставлю. Распределю. Это кто у нас тут? Самурай Симадзу с катанами, ага. Давай, давай. Коней у них больше нет, по-моему, поэтому я могу этот фланг вообще весь сминать. А, вот они все-таки здесь дошли до меня, да, с этой стороны? Ну, тоже не помогло. У меня здесь все перекрыто. Жалко, у меня коней нет, конечно. Так. Самураи с Надати идут. Здесь больше не нужен этот отряд. Лучники, короче, по лучникам стреляют. Здесь у меня уже два отряда. И начальник пошел в атаку. О, милости просим. Так, что у нас тут? Наши скрытые отряды обнаружены, мой господин! Конечно, я ж... А, все обнаружены, да? Ладно, я понял. И он сразу спалил меня. Сейчас у меня вчажется, сука. Не, ну иногда эти перерубятся, конечно, потому что они только чаржем хороши. К тому же не усталые. Сука! Не получилось их зажать с тылу сразу. А, вот все, они убежали. Тихо-тихо-тихо. Как, почему? А, я понял, почему. Я думаю, что все, сейчас их перебьют уже. Господин, близок час вашей славной победы! Жалко, у меня кони убежали, не смогу догнать никого. А что мне победу не дают? Странненько. Меня никто не сражается нигде. Мне где-то забагался отряд, что ли? Я тут в лесу запарюсь искать. О, жесть, слушай, серьезно. Где-то забагался отряд, наверное. Не, все нормально. Хз, почему? Ну, как говорится, насчет того плана... Неважно, пускай так будет. Сколько я потерял? 190 человек, вообще ни о чем. Смотрите, у меня уже тут 5 уровень сигарок, 6 уровень лучников, 5 уровень пирата Вака. Сам генерал тоже нехерово.
Что он там строит? А, он чинит замок, ну да. Так, какая-то дрянь куда-то высадилась. И попёрся, и попёрся. Не очень понял, где он высадился, но сейчас посмотрим. Отвали. Попитка взять в плен, растущее недовольство. А, не, никто не высадился. Это просто вот этот типелло идет ко мне. Ну, отлично. Я думал, он проатакует на этот ход. Смотри, какая жопа здесь. Так. Оп. Отлично. Даже без монаха все более-менее. Диверсия ворот замка. Чтоб ничего не строили. Так, тут рынок и конюшни. Твердыня. Ну, плохо, неплохо. Так, я кого-нибудь, кстати, знаю еще новенького. Там всякие сети. Ходзю, да, точно. Говорите, наглец. А затем я отвечу. Просто видел, что они там что-то плавают. Это ж им войну объявить. Так. Я сразу храм бахну. Потому что очень плохо здесь все с храмами. Христианство падает. Да. Ну так, слабенько. Оп. Да. Так себе. Я... А, дотягиваюсь нормально. Так, отойди пока. У нас тут процедура, блин. Да О. $13,000. Бах! Красота. 13 000. Так, 1200. 800. Ну, понятно, что додзю на дате я, конечно же, чиню. Додзю на Гената мне здесь, чтобы что. То есть, коней я буду делать в Бизоне. Вот здесь. Однозначно. Я здесь построю все, что надо, и буду пополнять. Потому что он ближе уже к фронту находится, все такое. Вот. Здесь я буду пиратов Вака делать. Вака, Вака, Вака. Это значит, что мне здесь нужен лагерь, правильно? Да. Значит, вот это я сношу, это будет под лагерь. Лагерь зачем? Чтобы еще больше брони было. Да, пираты Вака, военный порт. А это, ну, ниндзюку можно будет сделать. Ну, плюс вообще, в принципе, полезная постройка. Дороги. Давай дороги. Интересное земледелие, почему бы нет. Так, теперь. Тикто. Даймё. Тидаймё, да? Христианские мятежники. Кем мне убивать вот этих козлов? Так, здесь у меня 4 отряда. Можно вывести. Плюс сюда же могут высадиться, блин. Какие-нибудь вот эти вот тюсукабы, там еще какое-нибудь говно. Вообще запросто. Мне нужно руки немножко освободить. А учитывая, что Бунга это... Отстойный форт. Надо твердыню, конечно, делать. Обычная. Так. Трень сейчас все поломает. Ладно, сколько задержать стоит? 200 монет, да, давай. Он просто сидел, сука, на месте и не дергался. Здесь я поломал, да, все нормально. Кстати, я Сагар уничтожил, мне сказали об этом. Отходит замечен дом, да, я уже войну объявил. Замечен, разграблен. Не, это, наверное, я в прошлый раз уничтожил.
Мне об этом не сказали. Так, ниндзю можно делать. Аки — это столица, да. Аки — это столица. Суо. Здесь я хотел копейщиков. И я хотел здесь, так как у меня в коневодстве есть уже доп. Натиск кавалерии плюс 3. А здесь я буду делать... О, какой дудзи копейщиков? Алло. Копейщиков я же делаю здесь, по-моему, да? Бизени. Да. Нагината и конюшни, чтобы делать вот всю херню, да? Давай, кстати, конюшни. А здесь я хотел с мечников делать, которые будут рубиться. Там им не чарш нужен, а именно рубиться. Поэтому тут школа мечников. Плюс здесь можно будет еще пиратов Вака делать. Так, держу в курсе. Если я военный порт здесь сделаю, конечно. И доспех, наверное, да. Чтобы к лучникам можно было подбежать хоть как-то. Натиск, конечно, плюс 5 это очень круто. Это круче, чем вот эта вот хрень. Но я еще коневодство, если потом разовью, то будет тоже плюс 5. Так было бы вообще плюс 10. Ну, ладно, не суть. Все-таки броня важнее. Что там, блин, этот натиск, если они не добегут, вообще не поможет. Так, оружие, доспехи всех отрядов. Да, вот так. Ну, вот кучу бабок потратил. Мне нужен кисешка хоть где-нибудь по Зазуста. Давай вот здесь преступное сообщество сделаю. Почему здесь? Ну, потому что здесь в первую очередь нужно доход повышать. Так, Абизен у меня строится, да? Да. И давай попробуем уничтожить. Отлично. Они без военачальника попрутся ко мне. Плюс, если бы у меня получилось их задержать, они бы еще и на снегах здесь постояли немножко. 700 монет. Да ладно. Чуть-чуть буквально не хватило. Ну, короче, да, вот эта вот штука. Нам нормально так сработает. Нужно мне ниндзя еще где-нибудь? Мне нужен замок, на самом деле, где-нибудь поставить. У меня с едой что, 6? Уже многовато. Ну, у меня строится, правда. Замки. В Бинго строится, в Биттю тоже надо поставить твердыньку. Потом надо дороги проделать, чтобы ходить можно было спокойно. И давай-ка посмотрим по самым доходным вами. Цукуси. Цукуси и горный дом. Все. Вот, теперь я счастлив. Практически. Этого зюка как догонять, я не знаю. Сейчас подумаем, как мне отсюда может что-нибудь вывести. Просто стрёмненько. Здесь никого, как бы. В принципе, я это заберу довольно легко, даже обычным вот составом. Давай тогда вот так возьму и вот так вот, и пошли. Раз, два, три, четыре. Да, ноль, все ровно. То есть если кто-то высадится в Бунга, у меня есть очень хорошие шансы победить из-за того, что у меня есть и Ясигарки, и Сахеи. То есть я имею в виду, кто в первую очередь. Ой, Миоси еще какие-то. Тюсикабы и Миоси, да. Авадзи еще тут есть. Как значок-то хоть у этих Авадзи? Я понятия не имею. Даже я с ними типа не знаком как будто. Ладно. Ладно. Так, 10. Гуд. 300 монет у меня есть. Что я хочу на эти 300 монет? Ни черта. Школа мечников требуема. Хрень отсутствует. Скорость набора конных самураев в этой провинции минус 1. А что мне для этого надо? Боевой порядок, оно вот здесь. Но это, кстати, недалеко.
Может быть, кстати, следующее, что я сделаю. Хотя надо подумать, что я буду следующее делать. Ну, чё? Пока очевидно все. О, какие хорошие красавцы. Превосходная броня. Следующий ход будет доступен. И ко мне какой-то армии пришел. Окей. Симадзюка. Так, ну, Яманал уже заманал, но... Он без полководцев идет, я их всех покрошил. Лучников, конечно, прилично. Раз, два самурая, четыре осигары. Все остальное мусор. У меня даймё неубиваемый, уже сколько лет там. Понятное дело, что я понятия не имею, как они идут, поэтому расставляю абы как. О, неужели они в этот раз не с двух сторон идут? Кто-то морёт уже. Нет, с двух, только не так, как обычно. Так, осигару с луками, осигару с луками. Сигару с луками. О, легкая кавалерия ко мне несется просто. Ну. Так, ну окей. Это уже хорошо. Это значит, я могу спрятаться от лучников. Это очень приятно. Бедняги. Так. Еще вопросы. А где самурайки? У них два самурайки были, по-моему, с луками. Они, наверное, спереди идут где-то здесь. Нет. А, вот, самурай с луками. Один только отряд. А сигару. Да ладно, раз, два. А, вот самурай, все правильно. Все. Так. Услышать, подожди, подожди. Ну? И скорострельность повышаем. Ой, как ложатся красиво. Попробую в самураев чажиться, конечно, но скорее всего. Кавалерии пиндык, но я не хочу просто. Чтобы мои стрелки перестали стрелять. Чё это клин дает вонючий? Херня. Так. Пик. О, fuck you. Ты кто? Еще одна легкая кавалерия.
Так, а почему эти убежали? Не суть. Неприятно. Ну, стреляйте же, ну. Вот так. А! Да, отвали. Да, ну, как бы на то она и нужна, эта кавалерия. Все здесь? Отличненько. Кстати. Долбаные лучники все еще живые, но... Как типа мне, сука, стрелять? Как ты задрал? Сколько же здесь они их наубивали уже? Просто они залазят сразу на копья. Наска. Мне, правда, с этой стороны уже почти не осталось этих стрелков. Ну, перебьют они мою кавалерию, тут ничего не сделаешь. Чего они такие дерзкие, я не понимаю. Господин, близок час вашей славной победы. Так а все, где кто остался у них? С этим с на глобаль. Да. Ну, ладно. Кавалерия даже выжила. Бесит, правда, что они все время угрожают моей этой. О, хорошо. Монах боевой оказался. Угрожает постоянно моей шахте. Казнен мой сука врага. Шикарно. Растущий недовольство с отцума. Это да. Так, где-то там кто-то еще выпендривался. Христианские мятежники. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Да ладно. Там не присаживайся слишком. А, сука, ладно. Ух ты, нифига, 5900. Грабим, конечно. И... уничтожен великий дом.
Смели. И вечная тьма. Все, свободен. Понечко. Так. Это что за... Масанобу, подожди, что я такого не помню. А, фига. Окей. Преданность или честь даме? Рукопашная атака пехоты с мечами по началам этого воина. Давай рукопашную атаку. Так. Ага. Неплодородная почва. Я понял. Я понял. Так, мне надо знать, что нахрен происходит в этой провинции. Если там стоит какой-нибудь долбанный церковь, то мне придется захватывать это дело. Нет, тут стоит форт, разрушенные рисовые поля, всякое говно. Короче, эту срань я брать не буду. Давай-ка пока что шпионскую сеть, чтобы видеть, что тут происходит. Отличненько. Это лагерь, конечно. Я уже могу делать здесь пиратов Вака Мори с превосходной броней, которая будет 5. Ну, 5 меня не устраивает. Я хочу построить лагерь, и тогда будет хорошая броня, да. Вот. 4. Хьюга захвачена. Сайто разграблена. Какой разграблен? Где? А, это она и есть. Растущее недовольство Сацума. Это мы исправили. У меня вообще вроде нормально сюда теперь. Да, оставлю пока средний. Но у меня 8000, что? Можно и средний налог оставить. Никого больше не встретил? Нет. Как у меня идет строительство? Смотрим, красота. Да, здесь, кстати, можно начать торговый порт. Здесь у меня сколько? Синтобуддизм плюс 2. Сюда, конечно, храм надо бахать. Ничего не скажешь. И дорог нигде нету, блин. Что если я поставлю здесь наземный торговый порт, это будет 3,5. 2 мне, ну, не надо монаха, конечно, туда вообще без каких-либо сомнений. Просто обычную почву, почтовый тракт. Здесь, наверное, пока оставлю. Большого смысла нет. Могу, конечно, вот сюда высаживаться периодически, но я сейчас буду сам, наверное, готовить высадку. Надо нанимать наш Северный флот, 17-й флот. А, вот здесь мне нужно еще твердыню сделать, чтобы Хидзене еще горный дом поставить. Вот, 1000 рублей у меня осталось. В принципе, все меня устраивает. Давай тут 1000, может, потратим на что-нибудь. Диверсия. Чтобы он далеко не убежал. Как у меня тут? 173, нормально. Как она называется? Конницу я выбрать не буду, чтобы ее не убили. Вот так. Так, и надо Идзума идти сейчас, когда у меня чуть-чуть войска подвосстановятся, надо будет сходить, конечно. 500 рублей у меня еще есть, это ниндзюка. О, можно здесь ниндзюку сделать сразу. Вот. Ты идешь в Мимасику. Угу. Ну, короче, на следующий ход, я так понимаю, у меня будет возможность заняться этими
подстрекательствами. Красота же, но... Так, остров, в общем, мой. Я не буду Асуми брать. Мне особо не нужен тратить на него деньги. Успею взять всегда. Если мне вдруг понадобится какое-нибудь поселение. Так, он угрозу не представляет. Ну, наверное, все пока. Пока что все. Сейчас только надо, блин, точно определиться, что я не хочу никуда идти, выдвигаться. То есть здесь... Здесь я, конечно, хочу идти. Вот здесь в Иваме у меня два хода еще. И преступное сообщество у меня в Иваме делается. Это значит, что у меня у Даймё будет Сюка-Ниндзюка. Сколько ему лет? 63. Ну, может рякнуть в любой момент. Где мои полканы, кстати говоря? То есть у меня вот один полкан здесь тусит. Я его заберу, конечно. Один полкан здесь, Мухтарчик. А, вот у меня в Хига еще есть чел. Его надо забирать отсюда, он здесь не нужен вообще. Сколько здесь порядка? Полно здесь порядка. Вот, я его отсюда забираю, конечно, топой. Он пойдет в Будзен. Здесь, конечно, набор пойдет скоро. Хороший. И наследник мой сидит, по-моему, в Бизене. Да, да. Наследник в Бизене сидит. Все, вот теперь точно, наверное, я... Нет, не точно. Так, в Бизене у меня 7. В принципе, я могу пойти на Хариму там. О, Ходзе уже здесь, да ладно. Это что, Ходзе все захватил? Алло. Зверина въебал. Тут Хаттори. А с кем воюет Яманал? Давай посмотрим вообще по дипломатии, что происходит. Такеда воюет со мной и с магами какими-то. Магами, скорее всего, здесь. Сигунат еще никто не забрал. Значит, Хаттори воюет с Ходзё и со мной. Ну, Хаттори, короче говоря, сосет у Ходзё. Ходзё воюет. Итак, он воюет с Хатана. Это которые тоже ко мне приходили недавно. Они претендуют уже на Сюгунат. У него 19, сука, провинций. То есть Ходзё может стать Сюгуном в ближайшее время. Ходзё Удзиясу. Хаттори. Понятно, в жопе. Ну и я. Ок. А Такеда, кстати, с Ходзи вообще союзник. Нормальный. Так, я хотел, я посмотрел, как Яманал еще с кем воюет. Только со мной. Понятно, Яманал надо немножко поддавить, чтобы они не охеревали. Сейчас у меня, наверное, Даймёха этим займется скоро. Если, конечно, не крякнет естественной смертью в ближайшее время. Поехали. Ууу. Видели? Два стека. В провинции замечен человек, открыто проповедующий христианство. Если его слова посеют сомнения среди людей дома, это может привести к религиозному расколу. Едва ли мы можем позволить себе пойти на такой риск. Нельзя позволить, чтобы противоборствующие вероучения смущали умы. Короче, это за буддизм, это за христианство. А что дает? Ускорение обращения веры плюс один. Нельзя распространять чуждую вам религию во всех провинциях. Окей. Ага. Казнить. Секир башка. Куча всего построил. Твердыня Бинго. Буддийский храм, Бунго, сельская броника Бизен. Так, в Бизене уже, вот да, да, очень хорошие штуки. Можно делать. У меня оружейная и мастерская броника. Железа пока нет, железо, кстати, рядом, в Масике сидит. Здесь уже два стека ходю, так, держу в курсе. Так, их развлечем, смута. Ясно. Мне не хочется два стека встречать, блин. Армия-то хорошая, конечно. Хорошо, я здесь ниндзюку нанял недавно. Правда, он дохлый совсем. Это же говно, а не армия. Хотя, нет, я бы не сказал. Очень прокачанные 8 уровня лучники. Единственное, что у меня замок хороший, поэтому они будут карабкаться наверх и... Сколько у них, смотри, натиск 3. Так, атака в ближнем бою 7, защита в ближнем бою 6. Для сравнения.
атака ближнего боя 8, защита ближнего боя 8. То есть они, конечно, мои сильнее, но не сильно, не намного. Что я могу сделать? Диверсия 1000 стоит, 25%. Давай, ой, понятно. Но это очень дохлый ниндзя у меня. Единственное, что они будут, блин, держаться долго и не убегать. Можно попробовать деморализовать их. 50%. Ничего не получилось. Диверсия 1025% меня не устраивает. 720 рублей и 11% меня тоже не устраивает. Фигня это все. Так, ты. Слишком далеко, я тебя понял. Ну понятно, Ходзю, короче, ближайший мега противник. Сколько там время? Уже почти. Так, ладно. Здесь что? Еще один отрядик. Щай будет. Вот. Трактирчик. Здесь конюшни будут на следующий ход готовы, но пока что у меня додзю нагината, оружейная это хрень. Поэтому надо что сделать? Правильно, нагинаты. Начать хотя бы делать. То есть... Броня будет 13. Ух, моща. Но это не самая крутая броня, конечно. Когда появится железка, то будет еще круче. Так, давай ты пойдешь вниз нам с Ходзёй. Надо разбираться. Попробую вот этого за 120 рублей грохнуть. Ясно. Ты иди вот зума, диверсию ворот замка делай. Отлично. Будзен залез, так. Здесь можно что-нибудь? О, можно монаха сделать. Кстати, монаха, наверное, лучше где-нибудь, конечно же, в Ваке делать. Вот. Я его, наверное, отправлю обратно. Мне нужно... Подстыкательства нет, это тоже нет. Воодушевление армии, воодушевление городов нет. Где-то мне нужно... Вот, усердие в обращении провинции, наверное, вот это мне надо. Но, блин... А, вот здесь есть усердие в обращении провинции. Да, вот так я сделаю ки. Короче, ускорим. Степень довольства. Вот. И я его на следующий ход отправлю, посажу в Гудзен. Здесь буду потом делать этот квартал наземцев. Не то, чтобы он мне сильно был нужен, но... Хочу. Пущай будет. Так. А, вот так вот, да? Ну, ясно. То есть вы мне хотите устроить здесь, блин. Ахтунг. Пидорги. Я здесь грабил, да? Минус 9, минус 5. А, что бы то ни стало, все равно минус 5. Здесь твердыня. Армии почти нет. Здесь минус один, наема тоже нет. Надо что-нибудь отменить. Сейчас я нагинаты отменю, тогда нахер ли делать остается. Получается, вот здесь не будет восстания. Потому что наем произойдет. А здесь я просто сделаю наем, потому что здесь восстание будет, блин. Едва ли не первая, наверное, за всю игру. Так, у меня есть Нидзюка, он здесь торчит. Я его засуну в Хьюгу, чтобы увидеть, кто здесь плавает. Угу. И 500 монет у меня еще есть, чтобы сделать что-нибудь. Это, наверное, только для агента годится.
С другой стороны, можно здесь вот начать армию подстраивать, чтобы пойти атаковать Идзума. Ну вот. Давай, ходи. Блин, ну два стека придут, это будет неприятно. По одному. А, вот так вот, да? То есть он ждет все-таки второй стек. Ладно. Че он там вот зум устроит? А, я понял. Возможность перехвата. Это куда этот дрянь высадился? А, я понял, куда, я понял, куда. Это кто? Хонма опять? Как вы задрали? Эпическая сила, смотрите, сколько самураев. Да. Ну ладно, с этой битвы начнем следующую серию. 2500, 1400, у них 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 самураев. Встретимся. Да, как я сказал, в следующий раз. Это был Мори, Кот, Легенда, война со всеми, все такое. Всем пока, подписка сидела.